Здравствуйте! Добро пожаловать на канал Мыло Оп. И сегодня мы представляем вашему вниманию обзор рафинированного баттера алоэ. Французские косметологи соединили очищенное масло миндальной косточки с ценнейшим баттером ши, добавив к этому экстракт иголочек алоэ. Смесь получилась нежно-зеленоватого цвета, легкая и питательная. Хорошо смешивается с другими маслами и косметическими компонентами. Из-за невысокой температуры и плавления очень быстро впитывается под кожу, не оставляя следов. Свойство применения таково. Баттер алоэ – один из немногих баттеров, которые можно использовать для кожи в чистом виде. Он разрешен в Европе для детской косметики. Применяя его для восстановления гидролипидного баланса, можно немного распушить масло миксером, и нежнейший уход за кожей обеспечен. Так как баттер алоэ легкий, по консистенции его можно эмульгировать в холодных эмульсиях. Легко смешивается и подходит для кремов и гелей. В косметике ручной работы его часто используют для бальзамов для губ или от трещин. Также он ускоряет регенерацию клеток и входит в состав мази от ссадин и порезов. Баттер алоэ в косметике для солнца защитит вашу кожу и сделает загар более ровным. Можно использовать его как дополнительное масло в мыле с нуля, а также с готовой мыльной основой. Вот такой вот баночки и пакетики мы отправляем масло алоэ нашим покупателям. Спасибо, что посетили наш канал. Не забывайте подписываться, ставить лайки. До новых встреч!